имеет очень важное значение, потому что впервые в истории мы получили настоящие мумии, которые отражают страницу в истории человечества, которая до этого была неизвестна. Эти мумии могут подтолкнуть исследователей к изучению таких вещей, артефактов, как камни Ики, музей Кабрера. Может подтолкнуть к дополнительному исследованию Сексуомана, Олидайн Тамба, к примеру. Это может подтолкнуть, может быть, исследователей к изучению артефактов, которые находятся в Мексике, Северная Мексика. Да, у нас очень много оппонентов, поэтому, когда мы проводили исследования, приходилось очень четко проводить каждое исследование, каждый шаг с тем, чтобы оппоненты не могли тебе ответить чем-то достойным. Поэтому очень тщательно мы проводили исследования именно в связи с этим. Мы исследовали по компьютерной томографии мумию шаг за шагом, каждую мумию. Смотрели, нет ли непрерывности кожных покровов, из чего она состоит. Чтобы, если мы делаем какой-то ответ, он действительно отражал суть исследования, а не просто было заявление, которое повисло в воздухе, там сказалось. Я считаю, что очень важный момент, что мумии передали в университет, потому что можно провести исследование с привлечением более современного оборудования. Например, когда мы делали компьютерные томограммы, то в Куско у них нету мощного современного компьютерного томографа. И, может быть, сейчас в патронаже университета это будет организовано. Более того, генетические исследования, которые необходимо провести, пересмотреть, может быть, под патронажем правительства, опять же, чтобы убедить тех, кто не верит в это, либо получить другой ответ. Но со временем, с годами, появляются новые реактивы, появляются новые препараты, которые позволяют проводить более новые современные исследования. Я думаю, что это исследование будет продолжаться долго. Но я видел эти имплантаты металлические, но обратите внимание, все они сделаны из металлов, из серебра, из меди, которые являются антисептическими материалами. И вопрос, с какой целью их сделать? Может быть, была сделана какая-то операция у этого существа? Этот металл являлся защитной повязкой, медицинской защитной повязкой, либо являлся каркасом для восстановления функций. Вы же понимаете, что взять без разрешения правительства неофициально никто не имеет права в Перу. И поэтому то, что сейчас эти мумии лежат в университете официально, это огромный шаг, потому что сейчас можно официально договориться с другими университетами, организациями, официально послать образцы и официально получить ответ. Именно этого мы добивались эти годы, чтобы это было официальное исследование.